если мне этот стишок, только в конце смотрите навыки, да, буду манипуляции совершать. Гоги сын к отцу пришел и спросил малец. На руках по 5 пальцов. Для чего, отец? Этот палец звать большой. Вверх направил, хорошо. Указательный вот этот, им мы тычем на предметы. Средний палец сексуальный. Подрастешь, я расскажу, для чего его держу. Рядом палец безымянный, ухо им, сынок, чешу. И последний, наконец, называется мизинец. Ковыряю им в носу. Годы шли, малец подрос, накануне свадьбы в новицу задал вопрос. Вырос я, хотелось знать бы. Хорошо, сказал отец. Все скажу, как на духу я про средний палец. Это нужно жениху. В первую брачную ночь, долг исполнив один раз, будешь ты поспать не прочь. Не успеешь сомкнуть глаз, как жена толкнет под бок, скажет, я еще хочу. Повтори еще разок, делай все, как я учу. После этого опять ты захочешь задремать, снова жен твой зажужжит, снова скажет, я хотит. Ты, конечно же, сынок, не ударишь в грязь и исполнишь долг ты в третий раз. Вновь захочешь ты поспать, а она, давай опять. Ты джигит, не жеребец, и не сможешь наконец. Тут и пригодится палец. Сексуальный? Молодец. Скажешь ласково, жена, ты совсем сошла с ума.